вокзал владычествовал над местностью. Радиусы владений вокзала выходили за пределы его собственных стен. Они проникали за границы привокзальных улиц и площадей и дальше, за рубежи отдельных кварталов и районов совсем далеких, и даже таких, какие нельзя было видеть глазом. Силы вокзала затягивали в свою орбиту все, что обнаруживалось на их направлениях – транспорт, здания, дождевую жидкость, фигуры людей, звуки зыбкого воздуха. Они вслепую нащупывали любую поломку в сети объектов своего подчинения и еще сильнее присасывали их жесткой, центростремительной властью, снова загоняя, включая в организм вокзала для нужд его тела. Вокзал непрерывно упрочал зону захвата и держал ее намертво, а там, где его воздействие ослаблялось расстоянием, он смыкался с кругами других вокзалов, крупных, средних, мелких. И в этих пограничных местах особенно бесприютно было живому. Всякий испытывал там непонятную тоску, тревогу, отвращение, и вдруг с ужасающей ясностью начинал видеть во всем неостановимое убывание жизни. День теза именинства Кесаря не был выделен в империи среди прочих. Шел дождь. Человек, стоящий на перроне, напрягся до бесчувствия и двинулся к зданию. Из распахнутых дверей вокзала пахло, как изо рта. Дождь отдавал синтетикой. Электронные часы на стене громко сыграли утренний гимн империи, и человек вошел. Телесные фигуры плотно заполняли проемы киосков, будок, теремков, забивались в щели между ларьками, тележками, ящиками, перемещались от прикрытия к прикрытию и хотели еды. Крыша вокзала протекала, липкий дождь вяло изнашивал непрочность его внутреннего устройства. В теремках под ярким анатомическим светом были выставлены на продажу изделия кустарей и кондитеров мегаполиса, ювелиров западных предгорий, ткачей центроземелья, аптекарей южного побережья и миссионеров пустыни. Было много золота из жести и фольги, пластмассовых скорлуп, цирковых блестков, предметов из целлулоида с вкраплениями стеклянных бриллиантов. Хрупкая еда имела вид откровенной обманности и, будучи потребленной, вытесняла нужду потребления чувством привычной обиды. Целительность снадобий, хранимых в блескучих мешочках, заключалась в силе внушения, но вера в нее была утрачена, потому что многие страдания закрепились в значении разновидности здоровья, и по той же причине сила слова молитвенников из приманчивого картона была размыта, шел дождь, всякий предмет привычно скрывался за преувеличенностью размера. Следовало сначала очистить его от пышной целлофановой оболочки, потом от надувной пластмассовой пены, потом вскрыть коробок с поддельным окошечком и там на дне найти искусственную конфетку, снять с нее обертку, разломить анилиновую сердцевину и оттуда уже вытащить желтую пуговицу. Непосредственный интерес торга.
дождь, проникая в теремки, капал на оргстекло, спасающее в витринах бутафорию роскоши. Реквизит, сработанный с формальной претензией на небрежную позу богатства. Опереточный реквизит простоватого великолепия. И реквизит неброский, словно бы с достоинством недешевой скромности. Оргстекло защищало условные вещи, навсегда подменившие природу вещей естественных. Все было труха, трюк и подделка. В лучах анатомического света подложные вещи сильно улыбались нездешней красой. Они жили наслаждением оборотничества. В руках они мгновенно распадались, оставляя горсть сора. И всякий знал это, но покупал их, потому что таков был закон вокзала, вечный, как закон дождя. Сор возле теремков и киосков топорщился, удерживая фальшивую форму вещи. Вокруг желтого бюста кесаря и автоматов для лотереи он был вытоптан и прибит дождем. Он вытеснил скамейки для ожидания и горами завалил переполненные, едва видные мусорные урны, выполненные в виде серебряных головок детей с открытыми ртами. Толчия, как всегда, была гуще у выхода. Ратники обшаривали каждого на предмет ношения оружия. Они наугад запускали руки в кишащую массу, делали 3-4 быстрых формообразующих движения, возвращая телу привычные очертания. Человек выпадал на улицу и прикрывал голову ладонью –